Как же это здорово! Эй! Что ты делаешь? Это Гавайи. Раз мы с тобой на Гавайях, мы будем делать то, чего обычно не делаем? Незнакомцев подвозить? Ой, да брось, на Гавайях ничего плохого не случается. Махало. Алоха. Далеко едете? До Лумахай Бич. Лумахай. Кажется, мы не знаем, где это. А, где-то примерно в 10 милях. По этой дороге. Там, где большая тропа. Знаете ее? Да, примерно. Но мы не едем так далеко. Да. А куда вы едете? Да, чуть вперед, буквально. Так что, если вы еще минут 5 подождете, то я уверен, что кто-нибудь остановится и подвезет вас. Мы ждали уже почти час. Может, больше. Надо же. Ведь мы на Гавайях. Да. Идем. Вы женаты? Да, да, только поженились. Да. Тут есть, конечно, паршивые фотки. Такой уж фотоаппарат. А вот это неплохая. Эй, Лила, что ты делаешь? Мы им мешаем, ты понимаешь? Да погоди. Вот, это мы женимся на Оаху. Надо же. Мы проснулись однажды утром и решили пожениться. Красиво, да? Да, замечательно. Это что, продуктовый магазин? Полос Маркет. Там отличное обслуживание. А, да-да, вот луковица. Да, менеджер поймал этот кадр. Я знаю, это звучит старомодно, но мне ужасно нравится, когда добавляют редиску и овощи. А, ну да, вот оно. Посмотри, милый, это Кейл и Клио женятся на Оаху. Да, отличное фото. Хорошо, мы вас довезем. Всего 10 миль. О, мы бы уже доехали. В другой раз. О, Кейл, я тебя прошу. Пойдем, Клео. Ребята, не стоит делать из этого проблемы. Клео, давай вылезай, я тебе сказал.